Чебоксары присоединяются к международной акции «Бессмертный полк». Все больше городов Чуваши становятся его участниками в этом году, в День Победы. Родственники фронтовиков, победителей, погибших на полях сражений или ушедших из жизни в мирное время, выстроятся в специальную колонну в столице республики Новочебоксарске, Канаше, Алатыре и Мариинском Посаде. Сказать спасибо своим родным и пронести транспарант с фотографией своего солдата может каждый, пройдя в строю Бессмертного полка 9 мая. В Чебоксарах колонна торжественным маршем начнет движение от сквера Национальной библиотеки в 12 часов дня. Участники акции пройдут отдельной коробкой в параде Победы. Маршрут движения – проспект Ленина, улица Карла Маркса, композиторов Воробьевых, Президентский бульвар, Красная площадь.